17 по 19 февраля 2021 года на Урале впервые прошел форум «Кибербезопасность. Наши дни. Промышленные технологии». Мероприятие собрало специалистов в области защиты промышленной инфраструктуры, представителей регуляторов, вендоров решений и услуг информационной безопасности и потенциальных заказчиков. Мероприятие состоялось при участии ФСБ России, ФСТЭК России и Губкинского университета, организатор – медиагруппа «Авангард». Центральное место в деловой программе занял телемост замдиректора ФСТЭК России Виталием Лютиковым. Представитель регулятора в формате диалога высказался по самым острым и актуальным вопросам, поступившим от специалистов отрасли. Также с комментариями по поступившим вопросам выступила замначальника управления ФСТЭК России Елена Торбенко. Второй день форума был целиком посвящен практической кибербезопасности на промышленных предприятиях. Партнеры форума предложили участникам отработать свои профессиональные навыки, проверить знания и научиться новому в формате воркшопа, лабораторной работы и бизнес-игр. Также в рамках форума действовала выставка, на которой компании ИБ рынка представляли свои решения и услуги в области промышленной кибербезопасности. В заключительный день на форуме выступили сотрудники ФСБ России, Губкинского университета, госкорпораций и компаний-партнеров мероприятия. В докладах всесторонне освещались методики, технологии, процессы и правовые аспекты обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий. Эксперты уделили внимание теме киберучений и выполнения требований законодательства о критической информационной инфраструктуре. За рамками официальной части на всем протяжении форума продолжалось неформальное общение в кулуарах. Различные активности дополнили деловую программу и позволили участникам насладиться природой Урала, завязать новые знакомства и получить впечатление в дружеской атмосфере. Подводя итоги, программный комитет форума настоял на дальнейшем развитии тематики промышленной кибербезопасности, в том числе в ходе следующей по счету конференции «Кибербезопасность. Наши дни. Промышленные технологии».